Обирай болгарську валеріану від Софарми. Справді заспокоює. Прижмем ее, Геночка, прижмем. Так что после развода еще она тебе должна будет. А будет возбухать, и детей отберем. Легко. Так и передай ей. Ну твою мать, а? Я перезвоню. Уважаемый, твое корыто. Он слез тот день, когда восстанет из праха, чтобы быть осужденным человеком. Привет. Хотел сказать доброе утро. Угу. Что у тебя? Ограбление, убийство. Нет кошелька и телефона. Что-нибудь нашла? Все чисто. Я бы даже сказала, подозрительно чисто. Кофе будешь? Хочу. 3 ножевых ранения в области живота. Спасибо. Вообще очень странно. При таких ранениях здесь все должно быть в крови, а она только по телу. Не знаю. Может, совпадение? Знаешь, если вот так вот посмотреть внимательно, в этом даже есть какая-то странная красота. А ты меня пугаешь. Не, просто это очень похоже на постановочную фотографию. Очень хороший свет. Есть перспектива. Я думаю, что убийца хотел сделать картину в черно-белых тонах. Тебе нужно срочно в отпуск. Вот что я тебе скажу. Нет, так а что? Нет свидетелей, нет улик. Варианты. Пропал телефон, пропал бумажник. Варианты? У нас есть свидетель. Доброе утро. Доброе утро, говорю. Доброе. Как у тебя дела? Нормально. Есть точное время преступления, но преступника пока не видно. А что, регистратор все время работал? Нет, он включается только, когда срабатывает сигнализация или кто-то близко к машине подходит. Я просмотрел всю запись от начала до конца, там ничего особенного. Покажешь? А это кто? О, а я его не заметил. Жаль, лица не видно. Нет, ну это уже хоть что-то. Этот мужчина крутился возле машины за 2 часа до убийства. День добрый. Уезжаете уже? День добрый. Уезжаем, да. Я прошу прощения. Я понимаю, у вас работа. Но поймите, у меня тоже работа. Когда вы закончите? Так мы закончили уже. А коллеги ваши? Какие коллеги? Криминалисты уже уехали, мы последние. Я там только что был, там парень какой-то ходил, фотографировал что-то. Какой парень? Просто парень, я думал, он ваш, я его и не трогал. Он еще там. Ты нас съест?
Я на лестницу. Эй, ребят, а машина? Простите, я подумал, подмога нужна будет. Можете показать место, где его видели? Снимал отпечатки пальцев. Наши? Наши не пользуются тонером для принтеров. Опишите, пожалуйста, этого агента. Ну, я его со спины видел. Парень невысокий, наверное. Он на корточках сидел. Какого цвета у него были волосы? Ну, знаете, он в такой бейсболке одет был. Ну, черный такой. Так, значит, здесь камер наблюдения нет. А на выезде есть? Какие камеры? У нас здесь гараж, а не реалити-шоу. Разве машину угонят? Молодцы. Спасибо. У нас это дело и так в приоритете. Да, и... Да слышу я, конечно, и понимаю. Безусловно. Садись. Нет, это не вам. Я говорю, я понимаю, все под контролем. Под моим личным контролем. Да, спасибо. Досье на жертву. Интересно, что в нем есть, чего я не знаю, а? Можешь себе представить, с утра 7 звонков. 7 от его перепуганных клиентов. Ну, конечно, это ж Алексей Боровик, адвокат, который занимается защитой бизнесменов, звезд, даже политиков. Не звоните Соулу, а позвоните Боровику. Интересно, сколько он таких дел закрыл? Ну, порядка 200 точно. Точно. Итак, учитывая отчет Каптан, его убили столовым ножом. Рабочая версия месть. Скорее всего, Боровик отмазал какого-то сынка, какого-то депутата, ну, который пьяным сбил человека. А родственники этой жертвы выследили Боровика и... В этом списке таких дел полно. К тому же нож еще даже не нашли. Вениамин, мы должны работать на опережение. Эти его клиенты, ну, ты сам понимаешь, кто это такие, боятся, что когда-нибудь что-нибудь после его смерти всплывет. Так что надо отправить Кабирию и Майорова к нему домой с обыском. Не хватало, чтобы его перепуганные клиенты начали уничтожать улики. Да уж. Неплохо адвокаты живут. Только неряшливо немного. Может, что-то искали? Может, и искали. Так на чем я остановился? В общем, на то время он был самым богатым и известным производителем виски. В общем, один раз он приехал к себе в офис, ну и подошел к сейфу, хотел что-то достать. А код, бац, и забыл. Когда он за злости пнул этот сейф, в итоге сломанный палец, заражение крови и мучительная смерть. Как-то так. Как-то... Да что ж такое? Что это тут? Да, блин. Глеб! Глеб! Что так, где ты? Не кричи, слышу все. Что такое? Где ты был вообще? Я в соседней комнате. А ты все слышал, что я рассказывал? Ну да. Подожди, здесь только что лежал ноутбук. Дверь открыта? Что там?
парень ноутбук прячет. Быстро! Короткому. Ничего не слышу, Глеб! Это шок, все будет хорошо. Ничего не слышу! Мне действительно жаль вашего агента. Не поймите меня. Иду я по улице, и тут за мной бегут два человека. Возможно, хотят напасть. Вы, значит, всегда используете гранаты против потенциальных нападающих? Светошумовые гранаты. По лицензии частного детектива я имею право их носить и использовать. А на взлом и кражу у вас тоже есть лицензия? Послушайте, агент, тюрьма мне не грозит. Вы не представляете, какие у моего заказчика адвокаты. Вы уверены в том, что хотите торговаться? По-моему, время – это ваш главный ресурс. Мы с вами сейчас как пираты. У каждого из нас по половине карты сокровищ. И мы оба на острове. Только у вас пистолет. Ну, все как в жизни. Я не назову заказчика, но вы сможете сложить 2+2. Он богат. И его дочку год назад убили при загадочных обстоятельствах. Так ведь убийцу нашли. Это был... Ее бойфренд был под наркотой и не помнит, как зарезал ее. Отец не поверил следствию и нанял меня. Я уже полгода иду за тем, кто это сделал. Он называет себя Бритвой. Послушайте, у меня нет времени на эти городские легенды. У меня есть доказательства. Папка в 342 листа. Я готов поделиться с вами. Включая и улики с места убийства Боровика? Это же вы были там, на паркинге. Мне приходится идти по его свежим следам. После очередного убийства Бритва исчезает на несколько месяцев. Мне нужны документы сегодня же. А когда я увижу вашу половину карты сокровищ? Как только мой капитан даст на это добро. По делу Бритвы проходит 14 эпизодов. Первое было 7 лет назад, последнее – вот наш адвокат. Разные люди, разные города. Но всегда используют ножи. Вениамин, подними криминальные сводки. Я не думаю, что все эти грабежи, драки и бытовые дела, связанные с ножом, это дело рук нашего маньяка. Я, конечно, не пытаюсь защитить версию Тарасова, но нам бы хоть какую-нибудь логику найти. Я, конечно, помню все эти дела, и особенно эту версию с таинственным маньяком, но фактов нет. Так что будем работать по основной версии – это месть. Кстати, что там с ноутбуком Боровика? На его электронную почту приходило очень много угроз. Я проверил, все они были отправлены из одного интернет-кафе. Угу. Ну вот и славно. Молодчинка, давай работать. Так а что делать с этим детективом Тарасовым? Я не имею права рисковать жизнью гражданского человека. Так что мы работаем сами по себе, а ему не помогаем. Ну, и не мешаем тоже.
День добрый. У нас есть к вам пару вопросов. Да, конечно. Руки на стол. Что у нас здесь? Нет, нет, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что? Это не мое. Что тут написано? 21. А вам сколько? 18. Срок потянет. Но он ведь в первый раз? В первый? Ну, учитывая, что он в первый раз. И если он будет сотрудничать, годочек скинут. Буду. Да? Хорошо. Вот это IP-адрес. Компьютер, с которого писали 12 апреля. А это вот тот компьютер. Кто там сидел? Я не знаю. Так дело не пойдет. Ну, я действительно не знаю. Секундочку. Мы записываем посетителей на веб-камеру. А то у нас постоянно кто-то мышки тырит. Так. Можно? Хорошо. Ширяков Сергей Борисович, 65-го года рождения. Он был в списке подозреваемых. Его дочь подвергалась насилию со стороны клиента Боровика 3 месяца назад. Я не знаю, работал ветеринаром. Как-то не похож на убийцу. Это может быть ошибкой. Ну, возможно. А вот, привод за пьяные драки. Хорошая идея. Ну, знаешь, драки в баре, это еще ни о чем не говорит. Возможно, на него напали, а потом он... Стоп. Его дочь неделю назад покончила с собой. Я позвоню нашим. Ширяков? Вы здесь? Почему мне не дадут адвоката? Такого, что всем доказал. Что я там просто ножичком махал. И агентика вашего случайно зацепил. А? Перестаньте. Перестаньте. Так я что, не заслуживаю права на справедливый суд? Как тот ублюдок, из-за которого моя Ниночка повесилась. А? Что молчишь? Где вы были 18 апреля в 8 часов утра? Я был в паркинге и ждал эту свинью. Специально для него купил отличный японский нож. Уйму денег отдал. Там еще на лезвие такие зубчики. Даже кости режет. Сколько раз я представлял, как вырежу поганый язык этой лживой твари. И отправлю тому мажорику. Мол, ты следующий. Потому что все ответят. Все ответят. А потом не смог. Не смог. Испугался. А когда сбежал оттуда,
так противно самому от себя стало. За то, что я здесь, а... моя Ниночка там, в темноте. Ну, а потом пошел в стекляшку с мужиками там, короче. Нажались. Уведите. Слишком уж крепкое какое-то алиби получается. Мне только одному это кажется, нет? Ну, сами посмотрите. В тот момент, когда убивают Боровика, а наш нервный мясник устраивает драку в баре и попадает в изолятор. Ну, я не думаю, что он способен такое провернуть. А полоснуть тебя по горлу сил-то хватило? Тарасов прав. Совпадением это быть не может. Но вот смотрите. Жертвы бритвы никогда не повторялись ни по возрасту, ни по профессии. Мало того, все убиты колющими и режущими предметами. И эти орудия никогда не находили. И все убийства были совершены слишком аккуратно и слишком тихо. Тарасов вообще считает, что бритва изготовляет для каждой жертвы особенное орудие убийства. Смотрите. Боровика закололи. У Свиридовой перерезаны вены. Мартынова зарубили. Ну что, мне хотите убедить, что эта бритва реально существует? А у тебя что, есть другие версии? Секс на пляже. Это у вас коктейль? Клюквенный морс. За рулем? Нет, просто не люблю, когда ум в тумане. Вообще-то иногда потерять голову очень даже приятно. Ребята, я говорю вам как психолог. Это бред, это полный бред. У каждого серийного убийцы есть свой почерк. Алло, а как же теория? Да нет никакой теории. Ну поймите, ребята, отсутствие почерка, это не означает почерк. Потому что они все хотят, чтобы все знали, что это совершили именно они. Они хотят славы, вот и все. Пожалуйста, известный адвокат Боровик. Но в таком случае тогда вы противоречите сами себе. Обратите внимание, все его жертвы – уборщица, официантка, охранник, а тут бац – и адвокат. Но он решил себе проявить. Венечка, акцентуации у убийц, тем более у серийных, они не меняются. Мало того, они даже не лечатся. Ну, разве что... А он хотел знать, кто за ним идет. В смысле? Тарас? Тарасов. Ну, подождишь? Алло, слушаю. А, да. Да я понимаю, да, конечно. Да что вы говорите? Даже так? Ага. Мне очень лестно, агенты, что вы за меня так волнуетесь, но я тоже профессионал, и ко мне не так просто подобраться. Слушай, я... Это... Сейчас. Что там? Пусто.
Тарасова исчез. Добрый день. Этого человека видели? Не припомню. А свидетели говорят, что он выходил отсюда сегодня вечером приблизительно в 6:30. А, тихий такой, да, сидел здесь в углу. Он был один? Ну, перебросился пару слов с кем-то. Лет 30, невысокого роста, рыженькая. Ушли вместе. Хорошо. Слушай, он ходок. Из бара вышел с одной, а я в отель пришел вообще с другой. А эти всего 20 метров. Наверное, метр до отеля ошибся. Наверное. Скорее всего, он это сделал специально. Рискнул свободой ради незнакомой девушки. Видимо, не совсем уж незнакомый. Значит, пойдет как соучастник убийства. Лет 5 дадут. 7. Надо доказать. Да. Расплюнул. Однозначно. Стойте. Вы сказали убийство? Я знал, что Яна этим занимается. Я ее отговаривал, просил бросить, но... Куфелин? Адрес и номер телефона. Маша, заходи, открыто! Привет, дорогая. Слушай, я очень сильно устала, я полежу немножко. Дай мне там шампанское стоит. Господи. Почти угадали. Слушайте, что вам нужно, а вы кто? Мы из отдела 44. Пожалуйста. Я сейчас буду жаловаться, какая у вас там горячая линия. Так, значит, у нас к вам есть вопрос. Где он? Я вообще не понимаю, о чем. Давайте сэкономим друг другу время. Вас опознал метродотель, вас опознал бармен. Так что давайте без всего этого, да? Ян, вы поймите, что это в ваших же интересах сказать правду. Слушайте, я завязала 3 года назад, честное слово. Вообще, все, другая жизнь. Я даже на курсы бухгалтера пошла. И тут мне вдруг на мобилу кто-то звонит. Мол, говорит, я тебе все знаю, если не поможешь приспать там одного чувака, я тебя сдам. Что там произошло? Мы пришли в номер. Ну, я ему винчик там закатила, 3 таблетки, все. И он уснул. А вы? А я ушла, мне тут чмырь приказал сразу уходить, и все, я сразу ушла. Его телефон остался? Да, да, конечно. Пожалуйста, сейчас. Не психуй, Веня. Ты найдешь выход. И береги голову, она нужна всему отделу. Как я его найду? Этот абонент звонил с помощью приложения в социальной сети. Я ни отследить, ни взломать не могу. Понимаешь, его настоящий адрес затерян в сети серверов, через которые проходит поток данных. Если он в сеть не выйдет, мы его никогда не найдем. А если мы ему сами позвоним? Ну, мы тогда рискуем жизнь Тарасова. Если Бритва догадается, он может от него избавиться. А что, есть еще варианты? Ладно, давай. Мне надо будет несколько минут, чтобы трассировать защищенные сервера, отследить физический адрес. Как же все-таки заездили это произведение в кино? Потому что красиво звучит. Полон слез тот день, когда восстанет из праха, чтобы быть осужденным человек. Кстати, этот я
не присмотрел для вас, Женечка, еще месяц назад. Очень вам подходит. Не находите? Вы идете по моему следу без усталости. Как хищник, цепившийся вслед своей жертве. Впечатляет. Вы даже вдохновили меня на создание фильма, в котором вам, Женечка, я дал главную роль. Ну, давай, пробуй. Да? Здравствуйте. Наш компьютер случайным образом выбрал ваш номер телефона. Вы стали победителем и выиграли ультрасовременный смартфон. Вам нужно отправить смс с номером 3223, и вы тогда становитесь участником лотереи. Извините, уважаемый, но мне это действительно неинтересно. Подождите, секундочку. Но ведь судьба же выбрала вас из миллиона клиентов, ну... А он все равно бросил трубку. Есть? Давай, пиши. Отлично. Как видно, не один вы хорошо идете по следу. Ребятки уже пришли на сеанс. Борис Ефимович, я вас уверяю, это идеальное помещение под ваш склад. Тепло, охрана. Телефон, интернет. Я вам перезвоню. Агент Роберт Кавири. Что случилось? Ничего, скорее всего, мы перепутали адрес. Не перепутали. Смотри. О, Господи. Он нас здесь ждал. Чей это компьютер? Якова Сергеевича. Это наш лучший брокер. Где он? Он сегодня позвонил с утра, сказал, что болеет. Но что с ним? Он же просто сдает в аренду склады. Такие, как этот? Выглядит знакомым, но я точно не могу сказать, где это. У Якова Сергеевича ключи от десятки складов по всему городу. Веня, он нас перехитрил. Сейчас я тебе вышлю ссылку и отследи, пожалуйста. Спасибо. Я читал в одной книге, как русский офицер сдирал кожу японскому пленному. Так вот, он утверждал, что если не спешить, кожа снимается легко, очень легко. Вот черт. Мне свой сервер. Последний адрес, который удалось отследить, это Дортмунд. Скорее всего, сервер там. И что, мы ничего не можем сделать? Можем, но это частная компания. Мы пока туда им запрос отправим, пока они ответят, пока откроют адреса. Это 2 дня уйдет, не меньше. Понятно. Ну а что по объектам? Подняли всех по адресам, но успеют ли они? Он пытается что-то сказать. 215. Это код или номер? Есть связь с каким-то из объектов? Нет. 215. 215. Послушай, а может быть это не 215, а БАЕ? В смысле? БАЕ – это код нашего аэропорта. Да, слушай, а возле аэропорта есть склад из списка? Черт. Алло, Майоров, срочно дуйте в аэропорт.
здесь! Срочно! Едет. Держи. Держи, держи. Мужчина побежал. Да. Руки! Быстро руки! Это... Тихо, 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 сейчас. Сейчас, сейчас. Алло? Скорая, это Майоров, Центральный парк, быстро! На живое. Но вопрос другой. А где он может быть сейчас? Понятия не имею. После каждого своего убийства он залегал на дно на пару месяцев. Но это первый раз, когда его план сорвался. Он может скрыться насовсем. Или продолжить начатое. Я хочу знать все, что у вас есть на него. Только так я смогу помочь вам. Нам помощь не нужна. Да поймите вы, если бы мы работали вместе, этого со мной не случилось бы. Но ведь вы сейчас не в состоянии. Да в нормальном я состоянии. И вполне могу работать. Хорошо, не горячитесь. Отправитесь вместе с майором, опросите его директора. Игорь, а ты направь к Абере Герману в больницу, пусть допросит раненого. Все, можете идти. И я не успел сказать вам спасибо, что спасли мне жизнь. Это вообще-то наша работа. Свободны. Я очень удивлена. Яков Сергеевич был отличным брокером. А у вас случайно не осталось его фотографии? С корпоратива, например. Он очень не любил фотографироваться. Я, значит, разговариваю по телефону, и тут слышу сзади шорох какой-то. Я поворачиваюсь, глядя, парень бежит прямо на меня, кричит: «Телефон живо!» А я такой: «Я не отдам!» И он тут чирк! Сразу боль такая в груди. Телефон «Хвати!» побежал. У вас должна быть копия его паспорта. Он у нас не совсем официально работал. А вы хоть успели разглядеть, как он выглядит? Парниша такой, лет 30. Высокий, сильный такой. Тогда опишите его на словах. Якову Сергеевичу лет 40. Высокий, статный мужчина с благородной сединой. На нем был черный спортивный костюм. Знаете, с такой прыгающей кошкой на эмблеме. Сейчас, идемте. Еще какие-то приметы. Шрамы, родинки. Да. Я понял. На лице было такое интересное родимое пятно. На щеке? На щеке. Дайте-ка я нарисую. Дайте ручку. И блокнот. Отпусти ее. Отпусти ее живо! Вы не в том положении, чтобы командовать, агент.
Успокойся. Успокоились, видишь? Смотри. Пистолет, будь осторожен. Глеб, догони его, мы справимся, все нормально. Понимаю, но все данные с компьютера боровика находятся в архиве, а доступ к ним только с разрешения прокуратуры. Так что обращайтесь туда. Все, всего доброго. И вам того же. Шеф. Присаживайся. Вот, все данные по делу. Спасибо. Знаешь, я одного только не могу понять. Почему никто из клиентов боровика так его и не убил? Ведь он очень много знал. Очень. Бритва на адвоката для этого и выбрал. Чтобы Тарасову было сложнее его найти. Ну, а при чем тут Тарасов? Бритва совершил это убийство специально для Тарасова, чтобы понять, кто за ним идет. Проверить, достойный ли соперник. Вот. А сам Тарасов был на волоске от гибели, когда пробрался в дом к Боровику. Бритва за ним следил. Но когда Майоров и Кабери арестовали Тарасова, Бритва решил, что единственным достойным соперником для него является наше агентство. Да, я обольщен. Да. И тут Бритва решает устроить для нас кровавое шоу. Для этого он арендовал площадку на складе и защищенный сервер в Германии для трансляции. А свое рабочее место превратил в кинотеатр. Да, если бы наш Черных и Толстунов не догадались, что значат те жесты, которые показывал Тарасов, Бритва убил бы его. И наш отдел действительно был бы единственным соперником Бритвы. А мы, как всегда, на высоте. Видишь, отличная работа. Может быть, свободно. И, как говорится, легкого денечка. Этот падение, но тела нет. Свидетели? Только женщина из дома напротив видела, как мужчина какое-то время висел на руках, потом упал. Руки сознательно разжал или сорвался? Этого она не знает. Может, самоубийца? Угу. А внизу его ожидали уже трое из похоронного бюро. Ну, не знаю. Пришел в себя, отряхнулся, дальше пошел. Нет, сам он не пошел. Отсюда его волокли и вон там погрузили в машину.
Значит, погрузили в машину и увезли. А машину установили? Пока нет, но есть следы от протектора. Может, он в какой-то больнице? В том-то и дело, что за сегодня никто после падения с высоты в больницу не попадал. Какой, говоришь, был этаж? Пятый. А что вам тут нужно? Скажите, вы хозяин квартиры? Ну да. Здравствуйте, мы из отдела расследования. Из вашего балкона сегодня утром выпал человек. Или его кто-то столкнул? Ну хорошо, заходите. Скажите, а вы что, недавно красили балкон? Да и не только, у меня ремонт, людей нанимал. Краска еще не высохла, остался след. Покажите руки. Пожалуйста. Подошву. Знаете, довольны? Второе. Скажите, а вы живете один? Нет, с женой. А где она? Ну, должна скоро прийти. Скажите, а у вас ничего не пропало? Вы смотрели? Да вы знаете, вроде все нормально. Нет. А вот этот ящик в столе, он всегда был такой сломанный? Ух ты, слушайте, а я и не заметил. Вы не трогайте, пожалуйста, я сейчас сниму отпечатки пальцев. Ага. Скажите, а здесь было что-то ценное? Да нет, вроде ничего. А зачем им надо было ломать ящик? Это вы у меня спрашиваете? Меня вообще интересует, как он сюда забрался и что ему нужно было здесь. Я уверяю вас, мы это обязательно выясним. Я думаю, не забрался, а спустился. Ты туда? Молодой человек, здравствуйте. Медленно встаньте и поднимите руки. Так, стоять, стрелять буду! Он здесь сидел, курил травку, а рядом приспособление для спуска лежало. Да, всего лишь курил травку. Что это? Я же говорю, курил травку, можете оштрафовать меня. Карабин. О, карабин. Откуда у вас это? Нашел. Этим приспособлением с крышей на пятый этаж кто-то спустился. Я хочу знать, кто. Откуда я знаю? Подошву покажите. Что? Чисто? Вы арестованы. За что? Как минимум за то, что храните наркотики и употребляете их. Здравствуйте. Здравствуйте. Муж сказал, к нам кто-то влез? Да, влезли через балкон и взломали вот этот ящик. Я Светлана, жена Максима. Очень приятно. Очень приятно. Скажите, может быть, хоть вы знаете, что было в этом ящике? Нет, не знаю. Он всегда закрывал его на ключ. Да? Странно, просто ваш муж сказал, что там не было ничего ценного. Ну, если сказал, значит, так и было. Тогда зачем закрывать ящик на ключ, если там нет ничего ценного? Вам не кажется это странно? Не знаю. Значит, вы утверждаете, что не спускались по лебедке на балкон пятого этажа? Нет, не спускался. А кто спускался? Ну, откуда же я знаю? Я курил на крыше. Тут выбежали двое, стали что-то кричать, погнались за мной. Один здоровый стал руки выкручивать. Ну, не стоило убегать. Я испугался. У вас в кармане найден карабин от той самой лебедки. Как он к вам попал? Ну как? Нашел на крыше.
Ну, стою, курю, смотрю, лежит какая-то штуковина. Думаю, возьму, может пригодится. А вы, значит, всегда ходите курить на крыше чужих домов? Ну а что, оттуда открывается отличный вид. Перестаньте валять дурака. Слушайте, я не понимаю, что вы от меня хотите? Сначала предъявите обвинение, за что меня задержали. А потом мы будем общаться. Хорошо, сейчас вас обследуют, снимут отпечатки пальцев, ну а потом мы с вами пообщаемся. А ты все с лебедкой возишься. Я уже почти закончила. Я должна была проверить это на предмет отпечатков и частицы эпителия. И что, удалось установить? На подозреваемом не было перчаток. А Германова говорила, были. На ящике не было посторонних отпечатков. Это говорит о том, что когда преступник входил в квартиру, он надел перчатки. Но когда лез по тросу, видимо, они ему мешали. Давай результаты. Попробуем установить личность. Так, Черных, ты что, хочешь выговор получить? Ты зачем мой ноутбук без спроса взял? Так с него вирусы в нашу сеть ползут. Какие вирусы? Я на нем захожу только на сайт нашего министерства и пишу отчеты в Word'е. Хорошо. Флешки непроверенные подключали? Подключал. Ну вот, больше так не делайте. К тому же система у вас старая, 5-летней давности. Я ее обновил. Ну, спасибо. А какие результаты по расследованию? Смотря какие. Парня, которого на крыше задержали, я проверил. И есть результаты анализа лебедки. Но совпадений нет. Значит, это все-таки не он. Но есть кое-что другое. И что же? Имя другого преступника? Угадали? Вот он. Михаил Кокорин. По кличке Карлсон. Карлсон? А почему Карлсон? Так вор-домошник. 3 ареста, 2 срока. Все ограбления совершал, спускаясь с крыши. Понятно. Ну что, сообщи информацию нашему и пусть ищут. Ясно, спасибо. Привет. Привет. Не, вот я не понимаю, как ты всегда приходишь первая? Как? Потому что я обнаружила машину. Протектором? Ну, почти. Просто решила немножечко обойти ближайшие дворы. Рисунок совпадает? Полностью. А знаешь, кому принадлежит эта машина? Нашему Карлсону, которого мы ищем, да? Сергею Шаховцову. Серому, которого вы поймали на крыше. Вот так вот. Внутри машину осмотрела? Нет. Ждала вас. Большое спасибо за доверие. Начнем с багажника. А вот и Карлсон. Обещал вернуться. Ого. Да. Это Михаил Кокорин. Так. Сразу вижу травму от удара, это он упал с балкона. Стеклорез. Присоска. Я думаю, именно этот диск он нашел в ящике стола. Мы нашли вашу машину в соседнем дворе, как раз недалеко от того дома, где вас арестовали. Ну и что? Это что, преступление? Нет. Но только у вас в багажнике найден труп Михаила Кокорина, который упал с 5-го этажа. Ну или вы помогли ему упасть? Нет. Нет, клянусь. Нет, он сам сорвался. Вот с этого места рассказывайте мне поподробнее. И только всю правду, а то вас обвинят в убийстве. Хорошо, я все расскажу. Все, что знаю, я расскажу. Я слушаю вас. Значит так, мы с Карлсоном выполняли заказ. Чей? Не знаю. Ах, надо бы вспомнить. Ну, клянусь, я не знаю. Я с ним не общался. Кто общался? Ну, Карлсон. Он с ним договаривался. Тот обещал хорошо заплатить. Миха должен был влезть в квартиру на 5-м этаже и выкрасть какой-то диск. Только диск? Ну да. Хорошо, что за диск?
Ну, я откуда знаю? Диск и диск. В чем заключалась ваша задача? Да я просто помогал. Но в смерти Михи я не виноват. Он, ну, он когда уже сам возвращался с диском, наверное, плохо пристегнулся. Как же он оказался у вас в багажнике? Я испугался и спрятал его. Так, может, ему еще можно было помочь? Да нет. Он уже был мертв. Что было потом? Потом... Потом я отогнал машину в соседний двор и поднялся за лебедкой. Ну, дальше вы уже знаете. Черных, скажи мне, пожалуйста, а что ты здесь пообновлял? Новую систему поставил. Что-то не работает? Работает. Наверное, работает. Но я ничего не понимаю. А ты понимаешь, что мне надо сдавать квартальный отчет в министерство? А там кнопки не на своем месте. Да. А другие просто вообще отсутствуют. Да все там на своем месте. Но там просто немножко другой интерфейс, и все. Верни все, как было. У меня нету времени заниматься твоим интерфейсом. Да как я верну? У вас там такое старье стояло. Старье, но понятное старье, в конце концов. Так что я тебя прошу, верни все, как было, и занеси мне назад в кабинет. Все, давай, показывай, что там за диск, из-за которого этот сыр-бор начался. Вениамин, скажи, ты ничего не перепутал? Может, это все-таки твой диск? Нет, все верно. Именно этот диск был найден в кармане убитого. Не понимаю, а зачем тогда из-за такого диска лезть с крыши на балкон 5-го этажа? При этом еще и разбиться. Так. А ну, погоди. Ты можешь мне увеличить лицо этого парня? Ну, это не совсем парень, я бы сказал, пожилой мужчина. Да ну, какой он пожилой? Так у него седина. Ну и что? И у меня седина. Так что, я, по-твоему, пожилой? Нет, ну вы... Вы мужчина в расцвете сил. Хорошо, давай, крути дальше. Можешь меня все-таки увеличить? Вот так. Стой, так это же... Это же Соломатин. Секретарь городского совета. Да? А девушка-специалист по связям с общественностью? Что-то типа того. Теперь понятно, что этот диск может принести кое-кому большие неприятности. Да, думаю, что секретарь не очень бы хотел, чтобы это где-то засветилось. Вот только вопрос, почему этот диск был в столе у хозяина ограбленной квартиры? Что это могло связывать? Ну, тут все понятно. Что понятно? Максим Максимов. Он хозяин квартиры на 5-м этаже. Вот его досье. Он тоже работает в горсовете. Не просто работает. Он помощник секретаря городского совета Соломатина. То есть Максимов мог знать много секретов Соломатина и мог шантажировать его. Вполне. Двое взрослых по обоюдному согласию. Какие проблемы? И вас совсем не интересует, откуда это у нас? Да, это любопытно. Этот диск был украден из квартиры вашего помощника, Максимова. Он вас шантажировал? С чего вы взяли? Кукорин Михаил. По кличке Карлсон. Вам говорит о чем-то это имя? Вы что, пришли сюда мне анекдоты рассказывать? Какой Карлсон? Да вроде бы все тот же. Мы думаем, что вы заплатили ему для того, чтобы он выкрал этот диск для вас. Но проблема в том, что он разбился насмерть во время кражи. Я его не убивал. Что вы от меня хотите? Скажите, а как зовут девушку с видео? Ну, зачем? У нас к ней тоже будет пару вопросов. Ну,
представьте себе, что я не помню. Солнышко. Да ну, это просто девушка по вызову. У меня только визитка. Покажите. Где вы встречались? В гостинице. Название гостиницы вы, наверное, тоже не помните, да? Да почему же? Гостиница «Плаза». Здравствуйте. А что я могу вам предложить? Что у вас есть? Все зависит от ваших желаний и фантазий. А мы с моим другом хотели бы провести время с вашим хозяином. Что? Мы из отдела расследования и хотели бы поговорить с вашим хозяином. Секундочку. Это Эльвира. Вы не могли бы подойти в холл? Здесь вас спрашивают. Из отдела расследований. Хорошо. Он подойдет сейчас. Скажите, эта девушка работает здесь? Что вы хотели? Здравствуйте. Во-первых, мы из отдела расследований. Хотели бы поговорить вот с этой девушкой. Вы ее знаете? Я ее не знаю. Один высокопоставленный чиновник, ваш клиент. Он заказал эту девушку в отель «Плаза». Этого не может быть. Он сам нам об этом рассказал и дал вашу визитку. Не знаю, о чем вы говорите. Послушайте, есть видео, где именно этот высокопоставленный чиновник занимается с этой девушкой в номере сексом. Кстати, он сам этого не скрывал. Он ввел вас в заблуждение. Наши девушки этим не занимаются. Да? А чем они занимаются? Играют в шашки с состоятельными мужчинами? Ну почему? Стриптиз, массаж, всякие экзотические услуги. Интересно, а что вы имеете в виду под словом «экзотические услуги»? Например, вакуумный массаж в бассейне. Ничего себе. Я думал, что всю жизнь попробовал. Итак, вы знаете эту девушку или нет? Последний раз спрашиваю. Нет. Извините, можно вас? Я не должна вам этого говорить, но Дана пропала. Она уже 3 дня не уходит на связь. Дана, это кто? Это девушка с фото. Вы знаете ее адрес? Да. Она снимает квартиру на Чайковского, 24. Квартира, по-моему, 5. Второй этаж слева. Она с кем-то конфликтовала? Ей кто-нибудь угрожал? Я не знаю. Почему ваш хозяин сделал вид, что ее не знает? Я не могу больше с вами говорить. Найдите ее. Мы дружили. Только я вам ничего не говорила. Я почти ничего не знаю о ней. Тихая, замкнутая. Говорила, что занимается йогой. Скажите, а в квартиру она мужчин приводила? Не знаю. Она мне всегда заранее оплачивала арендную плату, а больше мне ничего не надо. Это очень странно. Обычно женщина всегда выходит из квартиры с сумочкой. Скажите, когда вы последний раз ее видели? Это очень важно. Вспомните. Она звонила мне неделю назад, жаловалась, что протекает кран. Я ей пообещал, что к концу недели я пришлю сантехника. Очень много непринятых звонков. Ее не было дома 3 дня. Девушка из клуба сказала то же самое. Так, смотримся. Ого. А это, я так понимаю, тоже для занятия йогой? Похоже на орудие пыток. А это что за кислородная маска? Это маска, но не кислородная. Это закись азота. Новомодная штучка. Повышает удовольствие во время секса. Подожди, а ты откуда это знаешь? Профессия у меня такая, все знать.
еще раз говорю, что я ничего про нее не знаю. Она мне не жена и даже не любовница. Она просто девушка по вызову. После вашей встречи с ней она исчезла. Я бы хотел знать, где она. Вы бы поосторожней. Не забывайте, я секретарь городского совета. А вы меня обвиняете без всяких оснований. Основание зафиксировала видеокамера. И вы это прекрасно знаете. Поймите, я был не единственным и даже не последним ее клиентом. Ну почему вы прицепились именно ко мне? Мне что-то подсказывает, что видео на диске и ее пропажа взаимосвязаны. Так вот, когда вы найдете эту взаимосвязь, тогда мы пообщаемся. А сейчас я прошу меня покорно извинить. Я отправляюсь ужинать с женой. В таком случае я не смею вас больше беспокоить. Черных, где мой ноутбук? Вообще-то мне послезавтра отчет надо сдавать в министерство. Вот он. Но почему не занес? Ты все вернул, как было? Ну, почти. Дело в том, что установочных файлов вашей старой системы уже как бы не существует. Что мне теперь делать? Ну, я вам дам книжечку. Вот руководство по новой системе. Там все то же самое, просто, ну, немножко другой интерфейс. Так, а... Знаешь что? Я тебя уволю. Ладно. Есть что-то новенькое по нашему делу? Да. Связь Соломатина с погибшим вором подтверждается. За день до похищения они несколько раз созванивались. А смс-сообщения были? Да, есть. Вот. Завтра утром планерка. С 9 до 11 можно все решить. Ну да, да. Очень похоже. А вот в телефоне у пропавшей девушки я обнаружил звонки от... Погоди. Дай угадаю. От нашего высокопоставленного чиновника. Не угадали. От его заместителя. Максима Максимова. Несколько звонков даже было в день исчезновения. Ну, это уже интересно. Я вот думаю, может, на него как-то надавить. Мне кажется, он может знать что-то интересное. Может, даже знать, где находится девушка. Возможно. Шеф, только что поступил сигнал в лесопосадке недалеко от гидропарка. Был найден труп девушки. По описанию, похоже на ту, которую мы ищем. А кто обнаружил? Местный житель. Он там гулял с собакой. Собака что-то учуяла и начала рыть. Так, срочно свяжись с оперативниками, они должны туда выехать. Они уже там. Да? Молодцы тогда. За работу. Это девушка с диска. Мы можем установить точное время смерти? Я думаю, в лаборатории лучше справиться. А причину? Ну, следов насильственной смерти я не вижу. Синяков и ссадин нет. Может, отравление? Ребята, здесь на съезде следы от протектора. Опа. Так. Дождь был 3 дня назад. Может быть, именно тогда ее и привезли сюда. Да. Надо проверить рисунок протектора шин в машине нашего чиновника. Ну, а причина смерти? Я только начала осмотр. Тело идеально. Никаких ранений, порезов, синяков. Ничего. А как насчет асфиксии? На шее нет никаких следов. Ни петехии, ни кровоподтеков. Отравление? Может быть, я, конечно, проверю. Секундочку. А вот это уже интересно. Видите следы вокруг рта? Ее задушили. Не руками. Похоже на кислородную маску. Кислородная маска? А ведь у нее в квартире при обыске была найдена кислородная маска. Она пользовалась ей для повышения удовольствия. Закись азота. Веселящий газ? Ну, закись азота не оставляет особых следов. Проникают в легкие, замещая кислород, затем в сердце и спиной мозг.
при передозировке дыхание останавливается. И человек умирает. Так что получается, у нас есть орудие убийства. Возможно, на этой маске есть отпечатки пальцев. Так что займись этим. Ответ-то отрицательный. В смысле? Совпадений нет. Ну, конечно. Отпечатки секретаря городского совета вряд ли будут у нас в каталоге. Отпечатки секретаря городского совета я проверил в первую очередь. И что? Я же говорю, ответ отрицательный. На кислородной маске не его отпечатки. Точно? Ну, компьютер не обманешь. Так, ну что ж, тогда нужно будет серьезно заняться клубом. Хозяин явно что-то скрывает. Мы хотим знать, где ваш хозяин. Он будет сегодня здесь? Я не знаю, он не отчитывается. Позвоните ему. Нет связи. У вас есть другой номер, по которому можно его найти? Только этот. Послушайте, убили вашу подругу. Мы пытаемся найти, кто это сделал. Помогите нам, пожалуйста. Так а что я могу сделать? Я действительно не знаю, где он. Когда вы его последний раз видели? Когда вы были здесь. Больше он не появлялся. Хорошо, дайте его адрес. Я не помню наизусть. В компьютере есть? Хорошо, нам придется изъять компьютеры. Будем изучать детально деятельность вашего клуба. Скажите настоящее имя и фамилию убитой. Романова Дана... Отчество я не помню. В клубе она была просто Дана. Ну что, Вень, очень долго сидишь за компьютером. Может быть, отключаешься? Выпьем по чашке кофе. Прости, нет, не сейчас. Много работы? Понимаешь, вся информация с компьютеров, распечатки звонков, электронная переписка. Переписка? А что, девушек заказывали и по электронной почте? Представь себе. Я, кстати, нашел переписку с одним клиентом, который ищет именно Дану. Клиент даже просит дать ее адрес. Предлагает немаленькие деньги. Может быть, это и есть тот, кто виновен в ее смерти? Хорошо бы узнать об этом у хозяина. А что он пишет в переписке? Предлагает в офис приехать. А по электронному адресу можно установить, кто этот клиент? Есть. А по адресу это будет, ну, нелегко. Лучше все-таки поговорить с самим хозяином. Тем более, теперь у нас есть все основания для его ареста. А что? Ты еще что-то нашел? Угу. Кроме девушек, они клиентам предлагали еще и наркотики. Открыто, я думаю, можно войти. Похоже, опоздали. Застрелился? Видимо, да. Вызывай наряд. Майоров, у нас труп. Скорее всего, самоубийство. Да, ждем. Следов борьбы нет. Посторонних следов вроде бы тоже нет. Только вот входные двери открыты. Зачем ему надо было оставлять входные двери открыты? Может быть, чтобы быстрее нашли? Тело сохранило товарный вид. Ладно. Экспертиза покажет. О, ждем с нетерпением. Что удалось узнать? Это не самоубийство. А я говорил. У меня вообще ощущение, что кто-то следы заметает и нас опережает. Погоди. Это что получается? В квартире ведь не нашли никаких посторонних следов. Характер ранения говорит о том, что выстрел был произведен примерно с метра. Длины руки бы не хватило. Нужно давить на Соломатина. Это все связано с его видео. У меня другая версия. Она говори. Я ее озвучу немножко позже.
Если позволите, хочу еще кое-что проверить. В компьютерах с клуба? Да-да-да. Я по глазам вижу, что ты, наверное, нашел то, что искал. Нашел. Ну, так давай, показывай. Сначала маленькое предисловие. Помните, я вам говорил об электронной переписке с клиентом, который требовал адрес данных? Ты узнал, кто это? Похоже, что да. Хозяин тогда ему ответил, чтобы тот приезжал в офис. Это запись камер видеонаблюдения. Парковка возле клуба. Как раз в тот день, когда Дана пропала. Никого не узнаете. Максимов. Конечно, это может быть совпадение, но... Давайте-ка я с ним поговорю. Мне сказали, что здесь хотят со мной пообщаться. Да, к вам есть вопросы, присаживайтесь. Давайте только побыстрее, потому что у меня мало времени. Но ведь на мужские клубы у вас времени хватает. О чем это вы? Какие клубы? Мужские клубы. В понедельник вы приезжали в клуб для состоятельных мужчин. Ну, приезжал, и что? Зачем? А вы не догадываетесь? Ну, я догадываюсь, просто хочу от вас услышать. Скажите, зачем мужчины приезжают в такие клубы? Ну, для того, чтобы пообщаться с девушкой. Отдохнуть от семьи. А вот видео с камер наблюдения говорит о том, что вы уехали меньше, чем через полчаса. Что-то пошло не так или передумали? Послушайте, я не буду отвечать на этот оскорбительный вопрос. А я вам скажу, что пошло не так. В тот день была убита девушка из этого самого клуба. Ее тело было найдено в лесополосе. Вы что, с ума сошли? На каком основании вы меня обвиняете? У нас есть предостаточно оснований. Вы на машине сюда приехали? Да. А где ваш гараж? А зачем он вам? Мы хотим осмотреть и машину, и гараж. А ордер у вас есть? Есть. Уже есть. Прошу. Послушайте, а если завтра? Почему? Ну, понимаете, у меня там с замком что-то, ну, заклинило его. Вот беда. Ну, ничего, наши ребята с этим справятся. А вас я попрошу оставить отпечатки пальцев. Я же вам говорил, что кромка — универсальный ключ для всех замков. Послушайте, давайте я приберу сейчас здесь, а потом вы осмотрите все. Вы здесь ничего не трогайте. Выйдите, пожалуйста, из гаража. Да я просто как лучше хотел. Протектор видели? Да, рисунок тот же. Совпадает. Значит, вы осмотрите машину, а я смотрю хлам, который так тщательно пытался скрыть Максимов. Давай. У нас есть самый большой пакет? Зачем? Я думаю, это нам пригодится. У тебя результаты экспертизы готовы? Да. Земля с лопаты точно соответствует минеральному составу почвы с того места, где была найдена убитая девушка. А у тебя что? А я сравнил отпечатки пальцев Максимова и отпечатки на кислородной маске. Они совпадают. Покажи. Ну... Таким образом, у нас есть прямые доказательства вины Максимова. Да, только нет Максимова. Как нет? Его что, не задержали? Пока нет. Но, думаю, это вопрос времени. Я свою работу сделал, поэтому пойду поиграю на симуляторе гонок. Ну, удачи. Черных, я тебя везде ищу. Узнаешь? Это та книга, которую ты мне подсунул, и в которой я ничего не понимаю. А отчет не ждет. Так что я кое-что придумал. Знаешь что? Что?
Я буду тебе диктовать, а ты все быстренько сделаешь. Думаю, через часа 4 будешь свободен. Так что давай. Зачем я вам поставил это обновление? Ты не поверишь. Последние 2 дня я тоже себе задаю один и тот же вопрос. Зачем? Пойдем. Удачи. Его нет. У нас есть ордер на его арест. Нам нужно осмотреть квартиру. Где он? Я не знаю, может быть, на работе. Нет, на работе мы проверили, его нет. В чем дело? Он подозревается в совершении убийства. В доме его нет. Наберите его. Я набирала. Нет, не отвечает телефон. Наберите его при нас. Когда вы с ним общались в последний раз? Утром. Понятно. Объявляю перехват. Номер машины и саму машину помнишь? Помню. Отлично. Скажите, а почему у вас так краска плохо сохнет? Ну и что? То, что появился новый след. Ты уверена? Я уверена. След свежий. Значит, кто-то спускался? Или же поднимался. Ну что, ключи от крыши забыл, да? Ух ты! Я пистолет нашел. А я преступника. Вы имеете право на адвоката, телефон и звонок и посещение клуба для состоятельных мужчин. Но только в этот раз с понятыми и следователями. Грязь на днище машины и на лопате полностью соответствует тому месту, где была закопана девушка. А я там червей копал для рыбалки, а девушка не зарывала, нет. Как вы объясните ваши отпечатки пальцев, которые были найдены на кислородной маске, а также в доме убитого хозяина ночного клуба? Этого не может быть. Ваши отпечатки. Вы тщательно стерли их с пистолета, но забыли про двери, а также камеры видеонаблюдения и электронная переписка. Послушайте, что вы мне голову морочите? Вы думаете, я испугаюсь и раскалюсь, да? Нет. Смиритесь. Потому что вина ваша доказана. Отпираться нет никакого смысла. Что же вас подтолкнуло на все эти преступления? Это как снежный ком. Я просто подставить его хотел. Кого? Соломатина. И занять его место? Да. Это я организовал ему встречу с проституткой. Угу. Заместители уже и этим занимаются. Он всего всегда боялся, перестраховывался. Я воспользовался этим, и я обо всем договорился. Когда он пришел, девушка уже была там. И камера тоже? Да. Но я понимал, что видео будет мало, и хотел, чтобы девушка обвинила его в сексуальном домогательстве. Поэтому вы взяли у хозяина клуба ее адрес? Да. Ну, а что дальше? Я не убивал ее. Понимаете, просто так получилось. Как получилось? Она сказала, что... Сказала, что не будет этого делать. Сказала, что заявит на меня в полицию. Я упрашивал ее. Даже деньги предлагал ей. Она начала кричать, сказала, чтобы я убирался вон. Так, вы ее задушили. Я просто хотел, чтобы она замолчала.
Взял кислородную маску и закрыл ей рот. Она потеряла сознание. Я думал, что притворяется. Да. Там был газ. Закись азота. Видимо, накричавшись, она стала вдыхать его большими дозами. Сердце не выдержало. Я не знал этого. Я хотел ее откачать, но у меня не получилось. Дальше понятно. Вы ночью вывезли ее в гидропарк, потом был Резник, хозяин клуба. Вы его тоже не хотели убивать? Он подумал, что я похитил его девушку из клуба и где-то прячу в подвале. Потом стал мне угрожать. Сказал, если девушка не появится завтра, он меня сдаст. Поэтому вы были вынуждены сымитировать самоубийство. Одного я только не могу понять. Почему же вы оставили у себя в гараже такую важную улику? Я имею в виду лопату. Вы же даже не попытались с нее соскрести почву. Я хотел подбросить ее Соломатину. Но не успел. Ах, вот в чем дело. Да-да. Здравствуйте. А, это вы. Проходите. Готовитесь к переезду? Ну, можно и так сказать. Меня сняли с должности. Максимов гад таки добился своего. Ну, зато Максимов займет не ваш кабинет, а тюремную камеру. И, по всей видимости, надолго. Да, я в курсе, только мне от этого не легче. Скажите, а почему вы сразу нам все не рассказали? Он же вас шантажировал. Боялся. За свою карьеру боялся, за репутацию. Это видео. Человек разбился, можно сказать, из-за меня. Ну, а потом еще эта девушка исчезла. Но вы же знали, что это все его рук дело. Знал. Но ведь никак не мог доказать. Тем более, что этот диск был уже у вас. Да. Доказать вам что-либо было бы очень сложно. Максимов уж постарался. Все сделал для того, чтобы меня уничтожить. И вот результат. Но все же он не все успел. Он не успел подкинуть вам лопату. Если бы он это сделал, поверьте мне, сейчас вас бы ждали совсем в другом месте с вещами.